Всем привет, прогноз на отборочный матч чемпионата мира 2017 года. Очень интересный матч, в пятницу нас ожидает этот матч Швеции против Франции. И здесь я очень удивился, когда увидел очень большой коэффициент на ставку «Обе забьют». На ставку «Обе забьют» здесь даются целых 2.08, мне кажется, эту ставку стоит брать. Я объясню, почему и шведы, и французы здесь должны забивать. Во-первых, нужно отметить, что шведы достаточно здорово играют у себя дома. В последнем 21 из 22 матчей Швеция забивает у себя дома. То есть команда достаточно забивная. В принципе, очень здорово играет в этом отборочном цикле. Во всех матчах Швеция забивает. Что касается матча против серьезных команд, то на своем поле сыграли против Нидерландов 1-1. То есть обе забьют здесь тоже приходили. В гостях играли против Франции и проиграли 1-2, то есть тоже ставка «Обе забьют» здесь прошла. Поэтому я считаю, что шведы здесь должны забивать. Что касается сборной Франции, ну, французы, во-первых, здесь видятся фаворитом в этой игре и по коэффициентам, и, в принципе, по подбору футболистов. В отличной форме находятся и Мбаппе, и Жиру в товарищеской игре. Сделал хет-трик, если не ошибаюсь. То есть команда, в принципе, я думаю, готова к этой игре. И в голе французов я лично тоже не сомневаюсь. Франция, в принципе, это не всегда безупречно играет в защите. Но вот если смотреть, допустим, на отборочные матчи чемпионата мира этого отбора, то мы увидим, что Франция пропускает в том числе и от менее серьезных команд, чем Швеция. Да, там за Швецию не играет Ибрагимович. Но, однако, смотрите, Франция на своем поле победила Болгарию 4-1. То есть на своем поле пропустили мяч от скромной Болгарии. В гостях играли против Люксембурга, выиграли 3-1. То есть даже скромный Люксембург на своем поле смог забить. Но еще раз повторюсь, у себя Франция победила Швецию 2-1. То есть шведы смогли забить в гостях. Но при этом и Франция тоже забивает. Франция по праву лидирует в группе и является фаворитом. Франция здорово выступила на своем домашнем чемпионате Европы по футболу и могла стать чемпионом. Поэтому здесь ставку «Обе забьют» за такой коэффициент 2.08, мне кажется, это подарок, и я думаю, что эту ставку стоит брать. В общем, кому понравился мой прогноз, мои мысли, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, переходите в мой паблик ВКонтакте, все ссылки будут в описании, и в комментарии предлагайте свои ставки к этому матчу.